Что себе позволяете? Ехать в торговый центр без нас? Папочка, мы все объясним. Что мама? Мы сейчас же едем домой, и мы вас наказываем, обои. Особенно тебя. В смысле? Почему особенно меня? Потому что тебя же сестра попросила, чтоб ты ее сюда завезла. Нет. В смысле нет? Ну, потому что так. Я ей хотела помочь. Ой, не помочь, а просто ее свозить в торговый центр. Это была моя идея. Доченька, ты же знаешь, мы тебя не будем наказывать. Мы накажем только эту. Да, я тоже от тебя вообще офигела. Как ты могла так сделать со своей сестрой? Да что это она меня завезла? И вообще... Сестренка, ты с этим согласна? Я согласна со своей младшей сестрой. Ах, вы еще и шмоток купили? Ну, я вас точно накажу. Мамочка, ну, пожалуйста, не надо, ты же знаешь, я хорошая. Все, хватит рыдать, я не хочу вот это вот все сейчас слушать и себе давить нервы. Все, мы сейчас же едем домой. Девочки, я тоже от вас такого не ожидал, особенно от тебя. Да что я сделала? Она меня просто спросила, если я хочу поехать в торговый центр. Я просто согласилась. Лучше бы отказалась, тогда бы вас вообще не наказывали. Ехали домой. А за что меня наказывать-то? Я же ничего не сделала. Ну что я сделала? Мы тебя накажем. Ну, конечно, жалко, что мы так поступили. В кавычках! Все, ты наказана. И мы твою комнату больше никогда не будем делать такой ярко красивой. Все, ничего не хочу слышать от нее. Пойдем, дорогая. А что-то здесь наши документики. Наверное, вчера там оставили. А ручка что здесь лежит? Это же все лежало здесь на комоде. Странно. А, может быть, младшенькая просто не могла найти листиков, чтобы порисовать. Но ничего, если пропадет один документ, ничего страшного, мы новые распечатаем. Дорогая, ты идешь? Пойдем на диване посидим, отдохнем. Потом у меня уже вообще нет сил. Согласна. Я пришла. Ты успокойся уже. С Богом, что она не знает, что она приемная. Сестренка, я просто в шоке. А они еще хотят разобрать эту мою красивую яркую комнату. А я этого не хочу. Что же нам делать? Сейчас что-то придумаем. Ну, все будет нормально. Я тебе обещаю, я буду тебе помогать все эти дни. Спасибо. Ты у меня единственная. 10 лет спустя. Дорогой, просыпайся, уже утро. Дорогой! Дорогой! О, господи, что-то карать.
Сколько времени вообще? 8 утра. Так еще можно спать. Ладно. Доброе утречко мне. Так хочу в туалет сходить. А хорошее, что ни у кого в комнате нету этот умывальника и туалета. Но у меня есть. Но у меня нет зубной щетки. Я чищу с зубной щеткой своей сестры. Я все свои дела, пойду что ли сестру разбужу, потому что она не против, если я ее буду каждое утро будить. Сестренка, просыпайся, уже утро. А, что, уже? Уже? О, доброе утро, сестр. А мы когда расскажем, что ты там типа этот... Ну, приемная. Когда мы расскажем родителям? Тогда, когда будет время. Когда нам сколько будет там? Ну, когда будет 16, через 3 года, значит. Потому что, ну, мне через 2 года, но тебе через 3. Ну да, потому что мне 13, а тебе 14. Ты моя старшая сестра. Да, знаю. Пойдем приготовим завтрак. Обойдем. Что ты хочешь на завтрак? Так бы хотелось вафли. Всегда делаю этот дубовый хлеб. Давай ты съешь вафли, а когда родители проснутся и придут на кухню, я тебе быстро положу, ты вафли быстро съешь, и мы тебе положим тут дубовый хлеб, типа ты его ешь. Окей. Вафли выглядят так вкусно, что хочется сейчас их съесть. Так мы сейчас же их и будем есть. Да, давай, тебе я дам одну. Тебе сколько вафелек давать? Давай одну, чтоб я быстренько съела, если родители проснутся, и взяла типа дубовый хлеб, грызу. Окей. Вот, держи. Я себя буду поливать кленовым сиропом. Да, а можно мне бекон? Бекон? С вафлями? И кленовым сиропом, пожалуйста. Окей, сейчас принесу бекон. На, держи. Вот твоя вафля. Блин, я на свою вафлю положила. Давай поменяемся вафлями. Твоя с беконом? Тебе удобно держать такой рукой? Да, в принципе, да. Ладно. У тебя еще кленовый сироп и мне. Самое главное, чтобы тебе было вкусно. Тебе тоже. Приятного аппетита. Да, спасибо. Тебе тоже. Какие они вкусные. Я слышу, мама встала с кровати. Поэтому давай быстро бери дубовый хлеб в руки. Я возьму обычный мягкий хлеб. Окей, давай. Девочки, привет. Ты сейчас рядом с ней села, быстро отселась. Ладно, ладно, хорошо, хорошо. Мы сидим к тебе, наша сладенькая девочка. Да, мама и папа, у нас все прекрасно. Просто все прекрасно. Девочки, вы же помните, я вам сегодня в школу вашу. Да, мы как раз и доедаем. Идем. Да, я сейчас тоже доедем. Вырву, как это ужасно. Собирайтесь и собирайте ваши рюкзачки. Вам сегодня пора. Скажи спасибо, что мы тебе сегодня рюкзак твой дадим с твоей канцелярии. Но телефон в школу не дадим, только нашей сладенькой девочке. А я вам пока что ланчбоксы соберу. А я помогу вашей маме. Окей, окей. Сестренка, я достала твою коробку со всей твоей канцелярией и твоим планшетом и телефоном. О, хорошо. Но тебе мама разрешила взять только канцелярию. Жаль, что я не могу взять свой рюкзак. Да. Нет, стоп, рюкзак. Рюкзак ты и так возьмешь. Наверное, ты имею в виду телефон? Да, я перепутала. Сор. Ри. Мне можно взять с собой бабл ти, ма? Нет. Никакого бабл шмабл ти. Доченька, а ты, если хочешь, моя любименькая, возьми бабл ти. Получается, мне можно? Не тебе, я про Крис.
Ничего страшного. Ничего страшного. Да, пойдем. Мы теперь мой рюкзак соберем. Окей. 10 минут спустя. Мама даст наши ланчбоксы и... Что еще? Наши бутылки. Да, и тебе она еще даст денег. Она тебе всегда деньги дает. Мне дает $100 обычно в день. На сегодня я ее попросила, чтобы она мне дала 110. А что 110? Я тебе дам $10. Серьезно, спасибо. Может быть, дам еще половину 100. Блин, немного. Не, мне для тебя не жалко. Спасибо, пойдем заберем наши ланчбоксы и бутылки. Окей. Девочки, ваши ланчбоксы готовы? Да. Мама? Ну, держи мое сладкое, там все самое вкусное, все как ты любишь. Ну, спасибо. А мне что-то вкусное? Тебе тоже все самое вкусное. Надеюсь. Но спасибо, я вас даже люблю, если вы на меня кричите. Так, все, идите в школу. Давайте, пока, девочки. Пока. Пока, мам. Пока. Вот и мы пришли. Да, пойдем отнесем наши рюкзаки в шкафчики и пойдем на урок. Ок. Уп. И быстрее добежала. А я сейчас тоже прибегу. Нам учительница говорила, что нам надо что-то на этот урок? Да не, она говорила, что у нас первый урок. Рассказать, что вы делали на выходных. Да, мог. Значит, можно выложить все мои вещи. Ну, сестренка, у тебя, конечно, шкафчик прикольный. Да, спасибо. Я тебе несколько канцелярий сегодня дома отдам. Красивый. Сестренка. Спасибо, что ты у меня добрая. Я хочу извиниться за то, что я была такой тупой все это время с тобой, когда нам было с тобой только по 6. Я тебя простила еще тогда. Ладно, пойдем на урок. Пошли. О, девочки, вы уже в класс пришли. Привет. Приветики, девочки. Вы крутые сегодня. Я тоже? Да, нам тебе вообще всем класс, все школы тебя жалеют за то, что у тебя такие родители неблагодарные. Ну, ничего страшного, я совсем не обижаюсь на них. Девочки, давайте все будут здесь тише, и мы дождемся всех. Здравствуйте, можно войти? Можно с тобой сесть? Ладно, садись, что ты так плачешь? Сегодня Реджина не придет, она заболела, а я Пашка не придет. Такие слюни разводим. Так, все, Реджина, девочки, короче, вы двое, отнесите свои телефоны в шкафчики. Понятно всем? Окей. Ок. У каждого будут партнеры, и каждый должен рассказать кому-то, как они провели свои выходные. Вот это вот вы группа троем, и вы вдвоем. Договорились? Да, я согласен, я не против с этой группой быть, девчонками. Мы тоже не против. Да, не против. То тогда начнем. Все рассказали, как они провели выходные? А, да, угу. Да. Да, да. Звонок прозвенел, можете идти на перемену. У вас, кстати, по расписанию ланч. Отлично, можете идти. Мы все втроем на ланч. Я не против. Я тоже не против. Окей, пойдемте, погнали. У меня, если что, с собой деньги. Я ланчбокс не беру. У нас с собой ланчбокс и деньги. Ей дали в первый раз деньги? Я ей дам свою половину своих денег. Окей, просто давайте уже пойдем. Вы сидите здесь, я себе пойду что-то куплю.
сесть рядом с Брэндоном. Мне нужно сесть рядом с тобой. Почему? Ты уже знаешь, что я в него по уши влюблена. Знаю. Поверь, все будет нормально. Если ты будешь молчать, то, что ты в него влюблена, то все будет чики-пуки. О, договорились. Привет, я себе купил этот сэндвич. Блин, я напиток забыл. Будет все нормально, если ты будешь молчать, что в него вкрашилась. Не, я была в него влюблена еще с детского садика. Если не была в детском садике. Сори, перепутала, с первого класса. Мы ж с первого по восьмой класс в одной группе. Хорошо, я себе купил колу. Окей, давайте что ли кушать? Так, у меня с собой два мороженых. Зачем мне мама положила два? Доченька, эти два мороженых тебе и твоей лучшей подруге. На, твой любимый пломбир. О, спасибо тебе большое, мой любимый пломбир. Ты делишься со своей сестрой? Ну, конечно. Блин, сейчас приду, я в туалет схожу. Ок. Ну, у тебя сестра, конечно, такая прикольная, прикольная. Ну, потрогай мою руку, что же мне сказать? Да, она лучшая сестра. Она просто бомба сестра. Да, твоя сестра реально прикольная. Знаю, знаю, все такие говорят. Это было только что неловко. Блин. Надо потом извиниться. Или хотя зачем? Это ж мои мысли сейчас. Ай, пофиг. Да, просто брала со своего шкафчика бутылку и ходила в туалет. А, ок, ну давайте уже кушать там. Потом... Да, я сейчас стул вот так вот подвину, мне так удобнее. Блин, фрукты такие сочные. Систер, хочешь мой лимонный маффин? Почему бы и нет, спасибо. Да, сейчас его достану. Чё с ним так всё скотчем заматывает, блин? Ох, мама, что, моей безопасности хочешь? Давайте я дам на следующий перемене. Мороженое просто кайф. А тебе что дали? Блин, опять эти овощи. Я, конечно, люблю овощи, но не каждый раз на ланч. Давайте я лучше вон туда сяду, чтобы вам этот... Ко мне сейчас тоже друг придет, мне с ним надо поговорить, потому что вы же знаете, что скоро школьный бал, там уже переходим в этот... 10 класс и все такое. Да, мы знаем. Окей. Ты дожди своего друга, а мы тут поговорим про наши дела. Давайте я лучше сяду, потому что не хочу подслушивать ваши девчачьи эти... дела. Потому что забыл. Ладно, окей, давайте. Угу, давай. Спасибо, что ему не сказал, что я в него влюблена. Ты думаешь, я такая тупая, что я... что ему, типа, расскажу, что ты сразу в него влюблена? Ну, может быть, я там не знаю. Можно брокколи, пожалуйста? Мне нужно похудеть. На, держи, я не против. Ты мама мне только фрукты и сладкое ложит. Мороженое такое вкусное. Спасибо тебе. У меня сегодня вода. А у тебя что сегодня? У меня молоко, как обычно. Не люблю, когда мне мама наложит молоко. Ладно, окей. Уже пора идти домой, потому что у нас уже уроки закончились. Да, окей, пойдем. Вы тоже собираетесь уже ехать на нижний этаж и собирать свои рюкзаки? Да, только мне еще надо сходить в туалет. Мне тоже. Это, дети, вот вам приглашение на школьный бал. Директор решает, кто пойдет на школьный бал, а кто нет. Это были все приглашения, которые я должна была всем раздать.
Только там последний остался для Джордж. Если вообще Джордж явится на школьный бал. Не хочу, чтобы она приходила. Она то, сопли то, все-все-все. Ладно. Давайте, мы встретимся. Спасибо вам за приглашение. Спасибо. Спасибо. Блин, я себе даже пару не найду. Ой, найдешь ты себе хорошую парочку. Я тебе обещаю, Брэндон. Сестренка, не заводи эту тему, потом поймет. Может, о чем-то подумать. Ой, пожалуйста. Давайте уже поедем. Да, уже пора поехать, уже пора собрать наши вещи и сходить в туалет. Давайте быстрее, а потом я сейчас описываюсь. Да, ок, едем. Не туда. О, пацаны, привет. Этот, я получила это приглашение. Окей, мы сейчас здесь будем репетировать, потому что школьный бал у нас уже сегодня вечером будет. Надо отрепетировать. Конечно. Давайте, пацаны, нам еще надо столы расставить и все украсить. Давайте, 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 давайте. Так уже понял, что я в него влюблена. Вот зачем ты вот это вот все, вот эти манты свои? Все, ок. Давай, депресс, депресс. Окей, ладно, ты права. Просто давай сходим в туалет и поменяем наши тампоны. Тебе что, тампон протек? Да. Че ты здесь забыл? Свали, у нас девчачьи дела. Больно-то надо и знать. Я сам вообще родился, что такое люблю себя, как у девочек, все ярко. Мальчики могут любить ярко. Просто свали отсюда. Да, все, все, все. Че так с ними жестко? Ну, он же просто пацан. Это просто какой-то додик. Я тебе обещаю. Так, просто сейчас положим наши эти приглашения в мою коробку. И мы с тобой сходим и поменяем тампоны. Да, окей, давай. Ох, все, я все. Смываем. Традиционно. Жду свою сестер. Сестра, ты скоро? Да. Я просто по большим делам. Ой, окей, подождем. Все, я вышла, все готово. Ох, блин, ты там всю вечность впереди пробыла. Что, на самом деле прошло 10 секунд. Так и все, все, пойдем. Ок, давай. Соберем наши рюкзаки и пойдем домой. Да, окей, это сейчас займет несколько минут. Сестренка, нам же надо еще забрать бальные платья, которые нам школа дала, чтобы в них пойти на бал. Окей, ты можешь здесь подождать, я сейчас принесу и твое, и мое. Окей. О, мальчики, привет, что подготавливаетесь к нашему этому? Я забыла. Короче, к нашей пати? Да, готовимся, как видишь. А я за платьями пошла. Ну, давайте встретимся на пати. Так, они где-то были здесь. Так, где? Вот наше платье. Так, у меня было золотое. Это было платье сестренка с луной. Окей, положу в свой рюкзак. Окей, допустим, забрала свое платье. Окей, все, ок. Все. Ну, давайте, мальчики, пока. До встречи. Я положила твое платье в мой рюкзак. Окей, значит, дома намарафетимся. Да. Я не буду, к примеру, переделать прическу. Мне нравится это. Мне тоже это нравится. Мам, пап, мы дома. Привет, наша принцессонька. Какие ты сегодня... Ты наша принцесса. Какие оценочки ты получила сегодня? Ну, конечно, 2 двойки сегодня получила. А 2 на 2? 4. 4 получила, молодец. А ты какие оценки получила? У нее по всем предметам 5. Тоже молодец, но карманных денег все равно не дадим. Наш ангелочек, мы тебе сейчас дадим карманных денежек, вот твоя 1000.
А можно моей сестре тоже дать хотя бы там 50 баксов? Пожалуйста. Нет. Только, может быть, после бала. Окей, мы пойдем марафетиться. Да, идите, одевайтесь. Хорошо, вам главное повеселиться. Мы сейчас пойдем одеваться. Ее платье, оно прекрасно. Я не знала, что мне школа разрешит выбрать любое платье, которое я захочу. У меня, конечно, тоже красивое платье. Мне нравится вот это золотое, вот это. Куча блестючек. Ладно, давай переодеваться. Так. Берем рюкзак. Запомните нас до и... Блин, мы с тобой такие красивые, чтобы пойти так на бал. Я думаю, нам даже телефоны сегодня не пригодятся. Я там уже слышу громкую музыку, значит... То нифига себе пати. Да заглянуть. Вау, как здесь красиво. Сейчас пойдем на танцпол, да? Да. Я такая ему говорю, типа, серьезно? Проверю обстановку. Анс, обстановка кайф, заходи. Да, хорошо. Ой, реально, здесь так красиво. Как здесь прикольно. Вау, здесь можно веселиться и делать все, что хочешь. Все притихли, все, пожалуйста, сюда можете сесть, либо встать. Здесь главное, чтобы рядом. Вы, девочки, там тоже сзади. Да. Ты идешь? Да, иду. Мы здесь с вами собрались, потому что у вас сегодня последний учебный день. Потом, наконец, эти каникулы пасочные. Да. Я хочу вас поблагодарить, что вы были моими учениками. Да, но я в следующем году в 10 классе тоже буду вашей учительницей. Наконец-то от вас отдохнула, этих спинорызов. Я очень рада, что я была с вами этот год. Всем спасибо. Включаем обратно музон. Как эти кнопки работают? Так. Все. Понятно. Я такая говорю, типа, серьезно? Мы к вам. Да, конечно, сидите. Ну, не против, если вы будете здесь, за нашим столиком. Нам всегда отказывают. Вы когда медляк планируете врубать? Да вот сейчас хотел пойти. Кайф, руби медляк. Че, с девкой хочешь какую-то потанцевать? Ты мне это... Ная нравится. Че, вот это вот у меня мама просто крейзи. Да ладно, она прикольная. Сейчас, пацаны, включу медляк. Объявляется медленный танец. Все вместе. Я не против. Потанцуем? Да, меня устраивает. Потанцуем, Джордж? Конечно. У всех есть пара, я одна осталась. Ты что сидишь, медляка же подрубили? С кем мне танцевать? Со мной хочешь? Да, не против. Хочу тебе кое-что показать. Покажи. Смотри, ты об этом знала? Покажи. Нам карточка не нужна. Ты что за музон, блин?
Надо вырубить. Нафиг. Вот это я хотела кое-что сказать. Говори. Ты мне нравишься. О! Следующую часть увидите в следующей серии. 4-я серия, последняя серия. Всем пока-пока.